И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Angry Panda. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вам очень нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Так что сегодня мы будем пилить трендовый ролик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так что, ребята, ставьте много лайков, если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон, а ты эту музыку классную слышишь? Ну да. Такая атмосферная, мне нравится. Ну, мне кажется, на записи она ее не будет слышно, люди, наверное, не будут ее слышать. Печально, да? Конечно. Посмотрим. Так, давай дальше. Спускаемся. Классный дом. Ты хотел бы тут жить? Так, это мы выйти не сможем, пока не пройдем всю ночь. Да, 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 ребят. Это такой челлендж, ребята. Прожить в ночь FNAF 4. Да, да, да. Так. Так, вот. Тут все есть у нас, вот кухня. Кстати, вот самое, Дима, зловещее место, это вот эта вот кухня. Как видишь, это она такая стрёмная, да? И я здесь поставил камеру, поэтому, Дима, понял? Вот. Я здесь поставил камеру, потому что это самое злое такое место, очень самое такое страшное. Там кто-то сидит. Чуваки, уходите. Пойдем. И чувихи. Пошли, Дима, наверх. Все, пойдем. Так, ну что, начинается самое интересное. Так, начинается ночка. Ребята, если вам нравится рубрика «Аниматроники бывают охранника», ставьте лайк, и ролик выйдет завтра. Завтра. А если не поставите, то выйдет послезавтра. Классно сказал. Да. А, Димон, мы же не показали, что у нас куча камер, поклацай. А, да, 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 давай, кстати. Так, вот видишь, все там фигачу. Так, смотри, это левая сторона, это правая. Опа, мужик, стой, опа. Мы еще не обустроились. Обиделся, ну ладно, дальше. Ну-ну. Так, третья камера, четвертая. О, вот они тусуются, у них тут дискотека. Пятая. Четвертая, пятая. Ага. Нифига себе ты камеру наставил. А, забыл расфризить, прикинь. О, все, Дима. А как тогда ее регулировать? Может стоп какой-то, стопор поставь? А вот доски есть, Димон, ставь стопор. Это какая-то жесткая дверь вообще у нас получится. Как всегда, веселимся. Вот давай вот здесь вот стопор. Так, смотри, Дима, сработает? Может стопор надо поставить ниже? А ну, Дима, знаешь, как вот так типа его поставить? Стой. А. Вот так, давай. О, норм. О, нормально? Да, нормально. Да, можно. О, можно. Так, одну дверь запилили. Да ладно, что за читерская дверь? Ладно, давай вот так вот сделаем, вот эта штука. Не зря же я такую штуку брал. Ну, а ну-ка. Вот это мы подвинем, вот так вот. Смотри. А нет, пролази чуть-чуть сейчас, вот так. О, о, а ну да, я смогу, смогу я пройти? О, Димон, я знаю, как надо сделать, стой, стой. Давай. Мы тогда сможем на корточках проходить, а ну давай. Так, нет, мы и так можем пройти. Во, смотри. О, отлично. Пройти. Ого, крепкие будут резинки. Да? Давай проверим, как дверь работает. Что-то резинки длинные. Не-не-не, Димас, так это... Какое-то тухлое получилось. О, Балунбой, привет! А чё, там уже кто-то к нам зашёл? Да, мужик там сидит. Работает? Всё, Димас. Готовы? Всё работает. Все готовы. Так, это мусор такой. Эта доска можно будет по голове кому-то дать. Да, это... Так, Димон, клацай камеры, смотрим. Так, да, смотрим, где кто находится. Так, так. Здесь. Кого? Кого? Никого. Чика-чика. Они могут камеры ломать или нет? Смотри, аниматроник. Побежал. Побежал. А, нет, стоит. Они, короче, тусуются. Ага. Друзья встретились. Что-то прыгают там. Веселятся. Так, так подожди, это они на нашем этаже уже, что ли? Да, 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 они уже на втором, Димас. Так, давай тогда приоткрой нам дверцы. Давай, открывай. Чтобы проветриваться, да, чтобы было все. О, а я позаглядываю. Я твои двери боюсь, они какие-то двери убийцы. Все нормально, да? Да. Так, быстренько хоп, нажимаю, и сразу две двери закрываются. Понял? Опа, кто-то шипит, а ну-ка. Все нормально. Так, Димас, смотрим по камерам, где-то уже кто-то ходит. Диман, закрой вот эту дверь. Вот эту? Да, да, да. Закрой. Ого, что? А, ты
Че такое? Я кто-то сломал, что ли? Не знаю. Я раз такое вижу. Я на камере смотрю. Хоть поржем. А че это? А вот, все нормально. Все заработало, ждем, ждем, ждем. Ушел. Ушел, да? Пришел. Фокси, Фокси бегает там. Так, а это у нас сторона рабочая. На, калитка. Заработало. Спаслись мы от аниматроников. Так, эту дверь открываем. Такая красивая. Заглядывает. Че надо у меня дома? Двери запилил. Марионетка! Да ладно! Димас, а вот эта штука так спасет нас от аниматроников? Вот такая вот калитка, смотри. Ну это не... Это знаешь, это... Это не калитка даже. Это какая-то стрёмная. Бабушки в деревне. Мне кажется, лучше будет. Как у бомжей каких-то. Так, давай по камеру посмотрим, где они там ходят-то. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Всё, никого, их нету вообще нигде. Пошли обход сделаем по дому. Да блин, а если... Или сыкаешь. Давай тогда откроем эту дверь. Какую давай, дверь? Открывай. Вот эту. Вот эту. Давай, заходи, заходи. Так, ладно, идем. Идем проверим, что тут у нас. Ты успеешь закрыть бы? А! Ну-ну-ну-ну-ну! Димас, беги! Видишь, как он голову снял или что он сделал? Не знаю, а ну включи там просто... камеру. Можно посмотреть? Так, а я не знаю, туда ведет камера? Нет, вроде не ведет. А, вот он! А, вижу! Смотри. Это Бонни, только он разрушенный прям совсем. А ну, Диман, открой дверь, я к нему упаду. Видно, будет мой фонарик там или так, нет? Так, давай вот эту дверь открываю. Я ее боюсь. Видимо, что-то с ней не так. В другую сторону надо. Во. А, во, точно. Эту вот прикрываем. Диман, смотри. А, смотрю. Блин, смотрите. Блин, он нас видит? А мой фонарик видно? Да, да, видно его. Может, не вопульнем? Типа, беги! Твоя дверь не открывается! Открывается! Это жесть! Я просто надо все время клавишу нажимать, все, я не успеваю. У вас что, в домике? Да. А мне как туда? А туда только на Е можно пролететь. Ой, на В. Вот, смотри, можно, Димас, одну дверцу приоткрыть, смотри. Во, эпик. Ништяк. Опа, да опа. Здесь кто-то там чикает, чирикает. Ага. Откроем дверь, проверим. Мужики! Успели. Ух, музыка классная. Диман, хотел бы в реальной жизни в таком доме ночью оказаться? Да ну нафиг с такими калитками, Димас, ты чё? С такими калитками в таком доме, не... Ребята, напишите в комментариях, какую нам следующую карту снять. Давайте приоткроем эту дверьку. Так, какую еще? Вот эту, да, приоткроем? Или это закрыл? Так, я иду прогуляюсь, Димон. Димас, хорошо, что я закрыл, там Фредди был. Смотри. Ну, мужик, ты чего? Это резинки от трусов, они очень крепкие, их никто не может поломать. О, Димон, а ну я могу дверь сам открывать, а ну стой. О! Ты их выталкиваешь, понял? Вот так вот делаешь. Вот, так я могу... Я могу сам заходить и... Там лифт идет. Вот включи камеру, он там ходит. Где? По коридору, вот. Не, в другой камере там был, я видел, вот он. Во. А я иду, кручусь и стою. А что, он заглючило его, что ли? Ну, стой там, иди сюда. А какой Windows аниматроник? XP. Да. Не, у них Android. Так. О, смотри, этот чувак переместился сюда. Опа, башкой мотает. Так, тут... Так, очень скоро, так... Кто-то пердит, Дима, слышишь? Да прям вот такой звук, как будто дед рычит какой-то. Пердит, кто-то в туалете сидит. У меня такой звук, когда в животе я есть хочу. Во-во-во, плюштрап, иди отсюда. Не вас, не, аккуратней. А он ничего не сделает. Дима, твой ускоритель какой-то убийственный. Смотри, Диман, сейчас камеру сожрет. О, блин. Это мужик, ты зубастый очень. Да, зубы у тебя, конечно, веселые. Мас, я выйду, пройдусь. Вообще не видно ничего. Вон он, Димас, иди сюда. Я иду. Два на корточках, может, нас не увидит? Два на корточках подползем. Давай. Так. Димас, да что такое, блин, не пускают нас, блин.
Смотри, смотри, выглядывает. А может его дверью пофигачить? Уходи! У нас дверь опасная. Смотрите вас, я его дверью откинул, кстати, видел? Да-да-да, лупи его, лупи. Уходи, мужик, мы заняты. А, сейчас дверь сломает. Да ладно! Диман, беги! Блин, у него скример крутецкий. Ого! Что? Бей-бей-бей его фонарем, да? А можно его ногой пнуть вот так, смотри, с разбегу? Ого! Диман, смотри, как он отлетает от удара, смотри. Смотри. Давай, ногой-ногой его бей, Диман. Ах ты ла! Ай-яй-яй-яй-яй! Диман, но не любит, когда его башмаками по голове бьют. Че-то, видно, не понравилось ему. Я заветил эту дверь. Воу. Легче, легче. Так вон она сзади. Ну да. Она рядом. Здрасте, мы вас не пустим. Дима, надо быстрее тут дверь закрывать. Тут этот, спрингтрап. Они нападают на нас. Лежит, смотрит, смотри. Да. А что надо? У меня дома. А это ломает калитку. Грызет зубами. Побьем ее этой штукой. Да она большая, не влезет. Уходи. Я эту штуку бью. Она отлетает. Чё же, не такая крутая, аля? А, Димас, у нас дверь забагалась. Чё с ней? Димас, чё с дверью? Она не пролазит. Жирная корова? Она сейчас тебя сожрёт. Не-не-не-не. Она не может. О, смотри, кто к нам. Да как ты пролез-то? Как? Свети, 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 свети. А он уже карлик, он же может проходить. Так он пролез там в щелочку, как мышка. Сейчас нашли. Ой, Димон, доски отломались. Уходи отсюда, вонючка. Ай. А, Димон, за мной гоняется плюштрап. Отвали, говно. Димон, заходи. Заходи, быстрей. Закрывай. Закрыл, закрыл, закрыл. Димон, тут он на двери насрал уже. Не знаю. Ого, обосрали калитку нам. Не, смотри, какой этот чел тут здоровый. Блин, да что вас так много, вы наплодились? У, луду. Убийца вышел. Димон, извини, я думал, ты аниматроник. Или какая у тебя реакция, Димас, какая? Аниматроник. Давай, Дима, проходи, проходи. Мы сможем... Все, двери разламываем. Я разломал двери. Да блин, я не хотел тебя, Димон, убить. Вать. Выходим. Ого, там стекла и лопаются, ну нафиг. Беги. Бегу. На. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dungeon Cherry, Черный Гад, Секрет, Чехов. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на новой карте FNAF 3. Это двухэтажная пиццерия с лифтом. Если печь кушать, приятного аппетита. Классная карта, очень крутая. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и тем самым продлеваем людям жизнь. Так, сейчас будем до охранников уже идти. О, я могу классные песни петь. Макарена танцую. Воу, круто, сейчас к пацанам приду, станцуем. Поехали. Пацаны, давайте я буду вентиляцию проверять, а вы дверь. Да-да-да, ребята, давайте сконцентрируйтесь. Ну как вам поза, в которой я встал? Шикарно. Светим. Что? Дайте станцую. Ты чё, меня решил убить? Ага. Я не убиваю их. Слышь, я только танцую, как идиот. Я неубиваемый. Что? У меня аниматроник конченый. Ты смотри, у меня мочит и мочит. Сейчас братуху позову, подожди. Это тоже гармошечник ни о чем. Слышишь, я должен тебя пугать, а не ты меня. Ты что, офигел, что ли? Это
ребят, у нас по сути энергия кончается, поэтому... Ну, по сути, должна кончаться, поэтому давайте будем открывать... Да-да-да, энергия кончится когда-то у вас. Я вам удалю двери. Камера, смотрите. Я вижу Димаса, он кекс. А где, у вас там камеры есть? Да, мы видим тебя. Пошли, пошли потихонечку. Я, кстати, я могу жизни вроде бы тратить даже за кексик. Эй, кексик вонючий, проскакивай. Не закрывай дверь, когда его нет. Карта классная, очень люблю эту карту. Есть! У меня 3 хп осталось! Димас, иди сюда! Охота за ним отправить. Давай, давай, мочи! Эй, ногой убил кекса! Сейчас, сейчас, у меня есть это друзья злые очень. Вам придется сейчас встретить в офисе, потому что я сейчас вас всех загоню туда. Так, так, так. Страшно. Вот. У нас идет кабака. Так, идет кабака злая. Отлично, в офисе сидеть надо, нельзя выходить просто так. Слышите, какой на улице очень крутой гром? А ты крыса. Ля какой крыса! Ля ты крыса, а? Закройте. Блин, успели, успели, еще в чуть-чуть. Еще в чуть-чуть. Светим, светим фонариком у него. Ухожу. Что, прям глаза мне новые светите? Поломайте глаза. Так, сейчас другой придет аниматроник. Ты че тут ходишь? Страшно. Закрой. Блин, да я не успел попасть, хочу вперед нажимать. Он тут. А, вы видите, даже когда я тут стою, фонарики, да, видите? Тень. О, мы тень видим, да-да-да. Ах, вы жопы, ля какие крысы. Я тут отключаю за дверь, это главное. Привет. Вы когда друг друга застрете, надо пробел и контрол нажимать. Пробел и контрол, и вы выходите. На! Черный гад этот, в него вселился какой-то коронавирус и убил всех. Есть у меня маленький чилипиздрик, который вам даст просраться. Черный гад. Я слышу какой-то пердеж постоянный. Это что, вы? Да. Я иду, я иду. Эх, хочу за... Воу, а где это я? Ого, куда-то я забрел, непонятно куда, наверное. Ты пехнулся в край карты. Уходим, 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 уходим сразу. Так, давайте будем брать, который реально классную анимацию издает. Я его видел, он где первый превратился, он вот тут. Сейчас. Я его видел. О. Приближаемся, потихонечку идем, не спеша. Фредди у нас сегодня очень добрый. А как вы камеру кладете? Красный, камеру поближе. Представь, что у меня маска. Сейчас я очищу карту, чтобы у вас двери появились там. Во, вот так вот. Во, карта вообще очень антуражная. У меня маска надета, у меня маска надета. Карта. Во. Потихонечку иду. Это охранник, а не этот. Фредди охранник, который проверяет, делает обход каждый час по пиццерии. Очень медленно, но все проверяет. Если сейчас какой-то шум будет, он убьет всех. У меня маска есть. Да, если маски нет, убиваю. Да, у тебя маска была? Извини, извини, я ухожу. Все, ухожу. Уезжаем на лифте. Прощайте, пацаны. Так, значит, надо мне какого-то взять аниматроника, который не бьет на расстоянии. А они все прикольные, эти бьют на расстоянии, потому что у них анимации крутые. Нет, эти всех убивают. Блин, у меня все черное сверкает. Ой, что со мной? Поломился, что ли? У меня все поломалось нафиг. У меня после твоего скримера все еще эти черные белые штуки. Просто воду обработку зайдет. Эй, у меня батарейка села. Эй, а чё я встаю, когда по мне стреляют? Ты чё делаешь?
Все, это был последний. Теперь я беру, которые бьют только в притирку. Но для этого надо одевать маски. Если нет маски, я буду убивать. У меня такая нога какая-то как будто лишняя. Маски одеты. Dungeon Cherry без маски. Маска? Не вижу маску. А у меня... Противогаз. Где маска? Противогаз. Нет, это не маска, должна быть маска Фредди. Нет маски Фредди, все, значит вы чужие. Подождите, у меня есть какая-то еще другая анимация? Эй, нема никакой другой анимации. Опа, свой, 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 вижу. Это мой кентафурик ходит. Здесь. Пикачу. Без маски. Мог бы закрыть дверь, я бы не зашел. У вас дверь открыта постоянно, поэтому я вас буду убивать ходить. Каждый... А мы не можем. Каждую пару минут буду подходить и замочить. О, давайте тут пока... Кейк 2 фаунд. А что это я нажал? Вау, это круто. Что-то новенькое открылось. Так, ты смотри, он преследует меня постоянно. Нельзя меня преследовать, только я всех преследую. Так, давайте сейчас по красоте и придем. Слышу, едет лифт. Все четенько у нас. А, кухня? Так, поднимаемся. Первый раз мы играем на двухэтажной пиццерии. Никогда такого еще не было. Это что-то новенькое. А, вижу маску, вижу, вижу, вижу. Теперь я вижу. Dungeon Cherry, не вижу маску. Ты не знаешь, где она находится? Будешь умирать. Ну ладно. А ты не знаешь, где она? Нет. Она находится оружие. Five Nights at Freddy's 2. Я тебе просто показываю, подсказываю. Кто не знает, ребята, смотрите. Благодарю. Нашел? Молодец. Потому что я опять иду. Это ж обход каждые 5 минут. А, нету маски. Есть маска. Нету маски. Эй, стой, так ты жопа, иди сюда. Эй, ты где? Кстати, давайте так, чтобы было веселье, можете использовать оружие против меня, давайте. Чтобы я тоже боялся. Сейчас я на первый этаж полечу, потому что вы меня сейчас убьете сразу. Да, вы друг друга мочите. О, давайте сделаем прикольный хоррор, спускайтесь вниз и замочите меня. У вас миссия, короче, поломался аниматроник, надо спуститься и починить его. А я буду вас ждать. Так, ждем. О, я буду... Хорошая нычка, кстати. Буду сидеть. А мы над лифтом. Мы... А вы не в лифт засели, вы сели да. Этот на лифт. Да. Давайте режим полета вам включу. А куда лифт попал? Не знаю. Так, 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 чуть не спалился. Вижу, кто-то с РПГшкой ходит. Так. Вижу, 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 кто-то ходит с РПГ. О, бригада, бригада пришла, ух. Ходит, ходит, внимательно. Это секрет. Это секрет. Dungeon Cherry вижу. На, то, что ты своего убиваешь. Не можете меня найти, да? Так, пошел, пошел, пошел. Сюда пошел. Ну чё, не находите меня? Сити. Ого, это что, вывалились трупы, что ли? Так, мне так, так. Страшно. Я сейчас буду немножечко вас обманывать. Он у меня... Ах ты жопа, увидел меня! Тихо, тихо, пули рядом свистят, но не попадает. Это было глупо против аниматроника так выйти. Аниматроники и охранники, знаете, как оно? Ты чё возрождаешься тут? На этом же месте, что ли, не? Нет, валяется. Эй, ты чё возрождаешься? Ты бессмертный, что ли? На том же месте. Вижу, 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 пробежал мимо. Убил, убил, убил. Отлично. Прикольная карта. Теперь будет у нас своя сюжетка. Где надо будет спускаться на первый этаж и чинить что-то.
Ты чё, Дима? Ты умный человек, я тебе сразу говорю. Так. Сюда пройдем. Давайте возьмем аниматроника большого, чтобы их потроллить. Пилпак. Ого, кабан какой большой. Просто гигантский какой-то. Вы где? Вот я. Ого, ты что решил с пулемета меня загашивать? О, пацаны, вызовите лифт. Раздавит меня лифтом или нет? Нету. Давайте. Где лифт? Вы его что, удалили? Стойте. Вызывай. Лифт едет, лифт едет. Эй, на бошку что? Эй, лифт едет дальше. Ха-ха, лифт уперся и не хочет больше ехать. О, привет, я поехал вверх, пацаны, прощайте. Лифт едет. Фух, отлично. Эй, отвали, ты че ко мне пристал? Нельзя меня убивать, ты чё, псих что ли? О, прикольно сделано здесь. Кстати, да. Вот, да, камеры смотреть. Или это не камеры? А чё тут карты кнопки загорают? Это свет включать? Ты что делаешь, а? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Давно не было, что мы с Кошаком выживаем, а Серега нас будет пугать. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, ну покажи, что ты можешь. Ну как обычно, просто мочить, да так неинтересно, ну ладно. А мне показывать не надо. Кивочный. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, мне очень приятно. Всем рады. Так, давай проверим, кибитка наша работает. Блин, дверь наружу открывается, это тупо. Так, с фонариком более или менее еще, так вообще плохо видно. Так, Кошак, давай какие-то меры предпринимать. Что будем делать? Два ловушек ему наставим. Да-да-да. Чтобы не правда вообще обнаглевший. Тип, давно мы... Давай на Серегу вообще поиздеваемся сегодня. Серега, ты готов? Я над вами ищу, как поиздеваюсь. Не-не-не, вот сейчас мы будем прикалываться над тобой. Так. Я вам поприкалываюсь. Сейчас. Надо какой-то западло ему такое жесткое придумать. Когда я в кибитке, ты меня убивать не можешь. Да. Понял, да? А то я боюсь, потому что это единственное место, где ты... А, если на дверь поставлю бомбу, она взорвется. Это... Так, я слышу, это какие-то звуки конченые издает кто-то. Я отсюда его вижу. А, его видно отсюда? Идет. Старый пей, идет, вон он. Серега, на расстоянии убивать нельзя, только в притирку. Ну это само собой. Да, я тебе убивать. Просто кажу. Это ты такой звук издаешь? Да. Ползет. Так в тени голова прикольно у тебя появляется. Давай, иди. Ползи, давай. Заходи на Рокошак, он тебя убьет или нет? Он же может резко прыгнуть. Или это не у этого, я не помню, какой аниматроник новый там. Взрывай бомбу. Ему все равно. Взрывай. Бум, двойной взрыв. Его к потолку подкинул, он дальше лезет. Серега, мы тебя не боимся. Хотя чуть-чуть я боюсь. А что мы здесь? Давай? Сюда идет. А он не может дверь открыть. А, ну раз он может эту дверь открывать, я тогда смогу именно в этой местности админский пистолет использовать. Так, на всякий случай. Предохранительный вариант. Чтоб никто сюда не заходил. Он полез, сейчас на ловушку нарвется. А там ловушки твои стоят? Да, и твои тоже. А, ну да. Я не ставил там ловушки. Я уже взорвалась. Почему они не взрывают? Я не знаю, может он телепортировал? Ах ты говно! Давай, закидывай все тут в этом доме. Давай, это уконченные звуки издает, да? Ого! Смешно. Я даже вас убивать не пришло, вы сами себя убили. Да это нечестно, а мы поддавались специально. Так, ну нафиг, валим. Калитка, открывайся. Да кто там под ногами валяется? А, это Мишка отлетел. Это Придюшкин, давай его с нами. Давай, это счастливый медведь. Да что он там ножи точит или чё? Серега, что там точишь? Он соскальзывается, наверное. Пол недавно помыть. Чё ты это, заглядываешь? Чё, попробуешь зайти, не? Я наполовину внутри уже. Пока. Если ты... Половина, это уже ты, всё. Нельзя заходить в ту будку, сразу мочим. Так, давай что-то еще ему. Давай. Сейчас у меня есть еще пару идей.
Так вот, значит, как ты. Да, заговорил. А я с тобой по-хорошему хотел. А, давай, давай. У меня появилась идея, Дим. Какая? С этими порталами, смотри. Он же всегда вот здесь ходит, да? Ты ставишь один портал здесь, а другой там. Ой! Калитка где кончена, не закрывается. Калитка не закрывается! Да блин, да что? Кто-то калитку заел. А это из-за портала. Блин. Нет. А, не работает. Да, умные люди бы так не сделали. Я знаю, что надо сделать. Надо здесь поставить один портал. И один вот здесь вот. И мы можем стрелять просто по нему. А, видишь, калитка... А ну-ка, стрельни. А чуть-чуть подальше надо. А ну. Да, попадаешь, попадаешь. Вот так можно мочить его. Все отлично. Так что отлично, не работает. Плохо, отлично. Давай как-то в другом месте может его поставить. Может вот здесь его поставить. Блин, а там мы не будем попадать. Там сзади, он... сзади, Димас, он идет. Я иду сам, не могу попасть. Ай-яй-яй. Его не добежал. Он меня что, притягивает, что ли? Наверное. У него карманное черное очко. У него просто черное очко. Дверь, закрывайся. Мишка, ты именно вообще мочишь. Мы тебя на верхнюю полку кинем. О, все. Так, где он ходит? Свет плата выключили по всей пиццерии, короче. За неуплату. Эй, он там, вали! Опа. Ай! Калитка! Ай. Да ли, я не могу никак привыкнуть, что калитка вовнутрь открывается. Это он разогнался там до гиперускорения, поэтому калитка. Так, он куда-то убежал. Оп, теперь мы видим. Кошак, ну что, он там есть? Я его где-то слышу. Ну не вижу, да? Я не вижу, да. А ну-ка. Ага, дирижабль. Я квартал удалил. Вон он стоит. Я вижу, я вижу. Бежит, кошак, бежит. Прощай, ты был хорошим человеком. Ушел, ушел. Пополз даже. Возвращается. Выполз, выполз. Так, 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 я слышу его, он ходит там. Он в этой вентиляции убежал. Заходи. Открой дверь, открой. Да заходи. А, ну что ж ты сделал? Впустил его в нашу будку. Двери. Ловит момент, ух. Молодец, Серега. Молодец. Смейся, смейся, давай. В этот раз я не буду щелкать клювом. А губами буду щелкать. Так, давай что-нибудь повеселее, что ли, возьмем, я не знаю. О! Сейчас, сейчас, сейчас. Исходя из опыта прошлого, его, по-моему, ничего не берет, кроме я. Берет, берет. Так, он идет. Я вижу, по коридору приближается Чика. Чё там стоишь? Лежишь. Упало. А, наш на расстояние не может убивать. Ого. Ах ты засранец со своим нитроглицерином. А чё, нормальное оружие? Я не знал, что можно сразу сейчас создателям. Сейчас кто-то Чику разозлит. Да ничего её не разозлит. Так что, знаешь, как можно создателя мочить? Неплохо, надо тоже такое. Блин, да, а чё? Там что, такое мощное? Карма, карма. Настигла нас, да, я хоть зайду в кибитку новую. Ну нафиг. Ха-ха, вы успели. Так, так, лежит, полы мой. Давай, мой новые полы. Ну что, просто без движения, давай. План, наверное, подготавливаю. Перезарядка системы. Я хочу вот это ему дать. Что? Это мячик или... Ой! А, ой! Не-не-не, я его деактивировал. Еще рано. Ходит, ходит, смотрит в окно нам.
Да как ты это сделал, жопа? Да как через калитку новую? У вас дырка в калитке. На пендале. Я побежал. Серега, давай мы на тебя охоту откроем. Все, я прячусь. Давай, короче, у нас админские пистолеты. Просто попробуем, за сколько времени кто кого обманет. Кошак, ты готов? Да, я готов. Все, начинается охота на Серегу. Фонарик надо выключить, чтобы не палиться. Ох, как он нас пугает, прикольно, да? Он же невидим, да, может? Да, все возможности аниматроника он может использовать. Я его слышу. А, он же может на расстоянии нас убить эти новыми. Заметно, да. Я буду за тебя мстить. Он где-то рядом. Ой, хорошо. Отлично. Конечно, много патронов потратил, но мы это сделали. Охранники победили. Или нет? Нет. Чего ты взял? Давай последний раунд. Опять... Он где-то... Он здесь, я его видел. Я его лапы вижу, черная. Да ну как? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фликс. Бро енотка. Сегодня у нас очень классная рубрика. Аниматроники пугают охранника. Карта Minecraft FNAF. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем веселиться и угорать, поднимать вам настроение. А в этой карте есть двери? Да, есть. Есть, отлично. Я просто проверил, убиваете? Будем начинать выживать, пацаны. Можете использовать даже какую-то оружку чисто для того, чтобы подгонять. Но основное это ваше, это маски. Если кто без маски... И будет вне офиса с открытой дверью, я буду мочить. Вам слышно эти звуки? Да, криповые звуки. А вот такие, представьте, вот такой челик идет. Давайте немножко изучим эту карту. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и скоро на канале 1 миллион подписчиков. Так что помогите мне добить до миллиона. Осталось 90 с чем-то тысяч. Так, здесь у нас что? По классике туалеты, которых нет. Если заходишь в туалет, придется на полы сходить. Он это громко топает. Этот громко тоже топает. А, они все громко топают. О-о-о. Бэйби вообще мочит. Без маски. Без маски убиваю сразу. Так, давайте немного возьмем говорящих, чтобы их попугать. Я выключился. Кончилась энергия. Давайте немножко ПРПшим. Ой. Надо не двигаться, вот так вот. Вот так я был. Надо нажать кнопку, чтобы меня включить. Можете и не включать. Отлично. Все в масках, вот молодцы. Сыти? Я тоже. Я су. Да что, у меня батарея слабая, а? Стою, замер. Заряжается аккумулятор. Просто аккумуляторы от Nokia старой быстро разряжаются, на полдня даже не хватает. Настроение, как всегда, очень крутое. А, подождите. У меня же есть другой режим. Я даже могу прыгать. Кто бы знал, что аниматроники могут прыгать. Двойной прыжок есть даже. Опа. Ты меня увидел, да? Хорошо, хорошо, они меня сильно очень палят. Вообще бесшумно ходит. Ой, прикольные звуки издает. Чего вы никто не выходите, боитесь? А мои ноги торчат туда? За карту, не? О, вижу, выбежал челик, стой! Стой, 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 стой! Я же говорю, стой. От меня еще никто не убегал. Так, у нас еще есть вот такие аниматроники. Они тоже болтают. Он такой добрый. Пока мне что. Потому что у него есть два режима, который будет злой.
round upside down. Вам слышно? Без маски. Ну блин, я не успею. А, у меня же добрый режим. О, злой режим. Ой, что-то у меня это подоткинулась голова. Я знаю, ты хотел заморозка меня лупануть. Я видел это оружие. Без маски нельзя стоять. У нас вот такой еще есть. Этот вообще трешовый. На всю карту, да, наверное, этот звук копыт издается? Да. В маске, вижу, вижу, вижу. А, без маски. Без маски нельзя. Только в маске или в своем кабинете можете. Закрытом. О, молодец. Сегодня у нас все очень хорошо отыгрывает. РП. Вот молодец, успел закрыть. Что я делаю? Эй! Ты стреляешь оружием читерским, без маски, без маски! Нельзя! О, это читерское. Да, да, ты знаешь, да, этого аниматроника горбатого? Классные текстурки. Текстурки. Текстурки! Очень круто сделаны. О, я сюда еще не ходил. Так, надо какого-то взять классного, который умеет болтать. А, я слышу. Так, так, так. Так, классный, это вообще добрый. Просто иду себе гуляю. А я еще не про... О, проходит. Прикольно, что скин сделан ниже. Так, иду к охраннику. Я знаю, как вас обмануть. Я сейчас возьму аниматроника, который может вставать невидимый. Тогда будет более интереснее. Ну ты чё-то... А чё? Без маски нельзя. Только в маске. Включаем видимость. Сколько у вас там охранников? Что, каждые 5 минут на работу принимают? Я же устал убивать. Вы что там? Потом... Опа, вижу, вижу, вижу. Прощай. Отлично. Я знаю, этим оружием, если ты попадешь, я сразу умру. Ну что надо сделать? Что надо попасть? А попасть не так уж и легко. Так, так, так. О, это открывается штука? Блин, я думал, она открывается. Давайте сделаем засаду охранникам. Пацаны, вы где? Кыш, кыш, кыш. Вижу, 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 с читерским оружием ходит. Упс, упс, упс. Ты чё с мачете бегаешь и убежал? Ой. Нельзя без маски, только с маской. Ай. Так, хорошо, давайте я вам сделаю так, чтобы было меня слышно. Кто-то уже ножи бросает. Какие-то звуки конченые издаю. Так. О! Давайте немножечко потроллим их. Так. А вы знаете, я могу вашу дверь открыть? А ну сейчас. Не, не могу. Я обознался. А, могу! Чё-то? А! Ты так легко меня убил? Как будто я ничтожество. Или это оружие у тебя читерское? Хорошо. Ты разозлил моего брата. Я зову своего... Это, соседа позвал. Прикольно, когда заходит, разворачивается. Угадайте, кого я позвал. Я иду. Он слева. Нельзя, нельзя. Я буду ходить и угорать. Другой режим. И звуки уже зомби. О, что тут-то? Кнопка, а что эта кнопка делает? Свет отключает? Включай. Я не знаю, я нажимал, ничего не делал. Прикольно. Вау. Вот это у него заведенный механизм. Мне нравится, как он ходит. Анимация крутецкая. Ага. Я хочу вас выследить.
Без маски. Кстати, убивает беззвучно, вы заметили? Звука никакого нет, просто три трупа. Классный пилпак, мне он очень нравится. Я уверен, это тоже классно болтает. В маске, вижу. Я знаю эту музыку. Фредди обычно создает. Ой, классная анимация, вообще мне нравится. Так, это свой. Фредька. Фредька младший. Фредька старший идет на проверку. А! Ты чё таким стреляешь мощным? Нельзя, Фредька делает обход по карте. Меня нельзя убивать. О, на правую кнопку мыши можно звуки издавать с этого пилпака. Не? Свой? Чужой? Не боится меня, значит свой. Чужой бы убежал. Так, а где остальные? Нас же четверо, еще трое. А, вижу, бежит, бежит без маски, стой! Стой! А так что можно? А значит дверь убивает? Да дверь убивает мощного аниматроника, который в 10 тысяч жизней калиткой прибила. Ой, господи. Ну чё, теперь я позвал последнего своего мощного брата. Кто обидел моего кентуху? Иди сюда. Все, давайте, у вас по одной жизни. Если я кого-то убью, он больше не возрождается. Слышь, ты где? Не успел маску взять. Отлично. Так, я могу как-то открыть, я знаю эту дверь. Если нажимать тут как-то Е правильно, она открывается. Но я не могу нажать эту Е. О! Ух ты! Сразу троих убил. Ну чё, пацаны, аниматроники победили. Знаете, кто победил? Победила дружба. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Димом Покемон Кэт Макс и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем поднимать вам настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Серегой будем нападать. А Кэт Макс и Димон Покемон будут охранники. Ну что, ребята, ваша главная ночь — прожить хотя бы полночи и не проиграть. Ваша главная ночь — прожить полночи. Понял, Димас, я выполняю. Выполняйте, пожалуйста, Сир. Плохо нет в Гаррис Мод отдать честь такой анимации. Знаешь, было бы прикольно. Есть такая анимация. Да, есть. Есть? Блин, надо скачать этот мод. Короче, Димас, так получается, вы меня пугать будете? Да. Пугаете меня? Ага, понятно. Я сижу, короче, нормально, чика какая так, холодная. Всё. Тихо, успокойся, Кэт Макс, ты у нас самый неадекватный из нашей компании, двух человек. Успокойся. Он куда пошел? Нам охранять надо эту фигню, будку. Он сможет. Будку охраняем. Револьвер-то спрячь, у нас тут и грабители пока не водятся. Кстати, Серега, идем нажмем, чтобы у них электричество садилось. В смысле? Вы что, офигеть? А, ты уже нажал! Пацаны, у вас электричество садится. Садится, ёлки-палки. Да, тут такая штука. Димон, я специально искал карту, где будет садиться электричество. Я ее нашел. А, ты нажал на дверь, отлично. Я тоже нажимаю. Здравствуй. Ага, вот так, да? А ну, Серега, смотрим. Ага, электричество садится, я вижу. А, иди отсюда, слышишь, ты нам садишься. Все, я пошел, я пошел. Батарейка. Так, давай возьмем. Короче, следи за правым входом, я за левым. Вот там Фокси там уже бушует, коробки хейтеров. Ребята, так классно играть за аниматроника, так что если вы хотите следующую серию, чтобы я был охранником, а Дима Покемон меня пугал, ставьте лайк. Так, ко мне тут Фокси Димас уже пришел. А, Кэт Макс. С Димасом я уже не выживаю, печально. Димас меня пугает. Кэт Макс, смотри за правой стороной. У меня тут вообще печально, у меня тут Фокси. Ты чё? Башка, пошел отсюда. А, кстати, у нас камеры работают? Ой, ты, блин, иди отсюда, иди, бошку свою убери отсюда. Башка пролезает. У него башка лезет. Серега, у них электричество не садится. Садится, у нас тут зелененькая капсула какая-то протекает. Сейчас мы помрем здесь. Так, ладно. Не будем их сильно убивать. Вижу, там кошмарные. О, еще спрингтрап на сцене сидит. Офигеть. Видите, ребят? Это вообще жуть какая-то.
Все, его нету, спрингтрапа. А что здесь спрингтрап вообще делает? Какая часть? Вторая? Да. А здесь все части. Это ультимейтка. Как нам поднять все? Ты убил его дверью своего же охранника. Мне тогда она не ржал. А, ты шо? Офигеть, тут Бонька пришел из какой-то кошмарной части. Ты откуда, друг? Давай-ка вот так палочку возьму, типа я охранник. Батарейка садится. А, уходите, батарейка садится. Все, уходим, Серега, давай отступим, давай обдумаем тактику. Пусть они двери откроют, подожди, не спеши. А как поставить, сколько ночь идет? Короче, время у вас там идет или нет? Самое главное, что она идет просто, и все. Понял, все. У нас Фредди на сцене сидит, ух ты. Опа, ушел, сразу улетел просто отсюда. Димас. Ого, это... Волчара идет, пацаны, готовьтесь. Слышите, это... Пошел отсюда! Убил двоих, а вы что, дверь не закрыли? Не, а у него сын, он быстрый. Ну я вас предупредил, что волчара идет. Ого, тут волк. Зубами щечел. Он нам хату... О, башка твоя пролезла тут. Там... ты как сюда залез вообще? Иди отсюда. Как ты сюда пролез? Серега, я тебя вижу. Как ты сюда залез? Ну ты здоровый кабан. Жиробас, иди отсюда. А как? О, варенетка. Так, давайте по камерам побегаем. Так. Здесь у нас на камере все нормально. Вот тут марионетка на камере. Она там спряталась за стеной. А я как по правилам канонам стою здесь. Марионетка вообще-то так не ходит, если честно. Так. Она просто прошла, вспомнила, что кое-что надо еще. Так, все нормально? А чё свет не горит? А это чё за гопник тут идет, ходит? Ого, здоровяк, иди сюда, тут пришелец какой-то. А-а-а, пришелец! Ого, как сюда пролез вообще этот разъем, блин? Проем. Опа-на, друг мой. Братан, ты как, братан? Как хорошо тебе? Получай. Ай, больно! Ну, меня вообще дверью придавило. Мне больнее было намного. Так, Балун Боя не пускают, хорошо. Открываю хату. Опа, у нас тут никого. У нас тут чистенько. Ты можешь меня не закрывать дверью, пожалуйста? Я умираю от этого. Кстати, у нас эта красная... Вот зелененькая штучка уже половину пропала. Опа-на. Опа-на, это кто? А ты кто такой? Это Балун Бой. Не-не, вон, смотри. Опа, блин. Плюш штраф, нужно его фонариком отпугивать. Ты боишься фонарика? Вот, я на тебя свечу, говню. Эй, вали отсюда. Вали отсюда. Я буду светить впритык прям. Клацай, он убежал. Этот здесь. Я тебя не заметил. А я стоял там долго, думаю, не видят меня. Ты мог забежать, короче, в хату нашу и закрыться здесь. Они энергию пополнили, что ли, или чё? Нет, у нас тут она заканчивается. Что-то долго. О, бей этого сопляка маленького. Я ухожу, я маленький сопляк. Они меня бьют, это я маленький сопляк. Так, сейчас я буду большим сопляком. Опа. О, ты красавчик. Я знаю. Я большой там у тебя на экране, да? Ой, давай экран. Как так-то? А ты откуда? Ты чё, дверь не закрыл, что ли? Давай, Катмах, залезай обратно. Ты с ним на кулаках не поборешься, бесполезно. Он тебя, блин, сожрет сразу. Опа, а это Балора. Надо не шуметь. Закрывай, она, блин, быстрая. Спортсменка. Надо просто... Она балерина, да? Ну да. Надо стоять, а она тебя... Музыка классная. А если стоишь, она тебя не видит, да? Да, ну типа у нее глаза закрыты. Да, Дима, ты не знал эту штуку? Офигеть. А типа она по шуму определяет, да? Да. Даже и в Sister Location был. Я чуть-чуть бы тебя убил, Димон, еще б секунда. Я успел. Так, а тут что ты закрыл-то? Димон, я придумал, можно прикольные серии именно по РП каждого аниматроника четко отыгрывать.
О, понял, привет, ты что, с раута? О, я их на камере вижу. А, закрываемся. Их там двое, они там тусу устроены. С помощью этого ключа... Это знаешь, что мы сможем с помощью этого ключа сделать? Завести двигатель и пополнить все запасы. Кто пойдет на эту, на этот риск? А мне видно, как вы там бегаете издалека, прям круто. Я проверил, Диман, можно так убить? Можно. А как ты это сделал? Ты мне в глаза посмотрел. А где твои глаза-то? Они там. Где ты? Вон он там. Так. А его тоже можно фонарить. Это смотри, это какой-то балунбой не дороже. Балунбой это жесткий такой злой. А, у нас тут ползет ОМОН какой-то, спецназ, быстрее закрывай. Смотри, смотри, поползаем. О, какой спецназ. Молодец. Смотри. Террорист какой-то, иди отсюда. Ого, у него у тебя маникюр вообще. Ого. Отпад. А! Слышите, вы вообще офигевшие. Так, 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 так. Что еще сделать им? Спецназ. Не. Закрываемся. Хату. А, я хотел сбежать. Нет, не получится. Валим, закрываемся. Я как знал, что ты будешь убегать. Так, так. А что надо сделать? Можно же здесь убежать на улицу. Ой, надо... обратно. Извините, вы ошиблись дверью. Идите обратно. Серега, надо дверь сторожить. А я иду, иду убивать Димончика и Кэт Макса. Вот такие дела. Кэт Макс, закрывайся там, сиди, сиди, закрывайся. Как? Электричество кончилось. Кончилось электричество? Все, Серега, не нападаем, давай тут подождем двери, почекаем. Так, 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 все, они не могут двери закрыть. На! А, как так быстро закончилось, ёлки-палки. Вон, открой для меня дверь, парт-серверс. Димон, я просто хожу и чекаю, как Димон бегает. Ну, Серега, ну не мочи их так сильно. Токсичные мы. Токсичные, не мочи их. Мама, ключ потеряли. Мне нравится, как он шагает, как солдат, вот точно. Та-ра-та-та. Давай, иди, иди. Все, Димас, мы за тебя ключ потеряли. А что за ключ? Обычный ключ от двери, от двух. А где Димон? Я его не вижу. А он сидит, прячется где-то. Я иду к нему. Димончик, я иду потихоньку. А он в туалете стопудово сидит. Вообще топ. Я, Димон, готовься бежать в офис. Они энергию пополнили, от жопы. Да? Кэт Макс, ты пополнил энергию? Закрылся аниматроник. Ты что там? Выходи, вот выход. Иди отсюда. Это аниматроник, он просто делает обход. Это аниматроник как охранник, он никого не убивает. Нифига себе. А как ты пополнил энергию? Это смешно. А, там есть генератор, я с помощью ключа его открою. А, вот видишь, у нас ключ-то пригодился нам. А где вы его взяли? А, видишь, внизу палка пропала, внизу, видишь, что эта палка там была? Серега, ты нажал кнопку, чтобы энергия садилась? Да. Ага, о, все, отключил. О, у нас мониторы заработали. Так, а что на мониторах пишется? Ага. Обозначение. Только все на английском, правда. Все, так. Короче, вы ключ потеряли раз и навсегда. Да и нам не надо, нам и так хорошо. Ну что, открывайте. Нет. Да не, спасибо. Не хотят, да? Хорошо, сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас. У меня есть очень добрый аниматроник для тебя. Очень добрый. Тебе он понравится. Закрывайся, Катмай, закройся там полностью. Закройся. Вали. Ай! На тебе! Это был отвлекающий маневр. Я отвлекаю, он мочит. У
мне там передал бывший охранник кое-какую вещичку. И что это? Сейчас надо ее использовать, короче, потому что это уже... Нет, дело не надо, я знаю, где выход, быстро за мной. Ух, я ж дернулся, Дима, ну ты псих! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега Енот, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Вам очень нравится рубрика, где аниматроники пугают охранника, так что будем пилить то, что вам нравится. Если вам нравится эта рубрика, ставьте лайкосик и поддержите Димона, Покемона и Серегу подпиской, ссылочка в описании. Классно пропиарил, если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, давай для начала мы покажем эту классную карту, потому что мы ее ни разу не записывали, давай. И пора ее уже записать. И а в конце что сделаем. Мы сделаем с этой картой? Разфигачим, пойдем. Правильно, по старой схеме. Да. Так, давай исследуем. Давай смотри, давай сразу будем думать, смотри, есть два входа, да? Или один? Да. В нашу один, вентиляцию. Один парадный, второй вот такой вот вентиляционный. Угу. То есть в вентиляции два прохода, один вот тут короткий, там еще дальний какой-то. Понял. Значит, они будут так. Нападать с вентиляции. Это раз. Вот тут Боня. Смотри, вот здесь они еще могут пройти. Вот так вот, прям напролом. Здесь. Ого. Вот. Так, Димас, отлично. Ого, смотри, какая чика красивая. Светится, да, еще? Угу. Что-то говорит там. О, а это вход, да, Димас? Ну, задний. А, так, передний. Вентиляция ведет к нам. Так, эта вентиляция идет. Тоже не к надо, нам. Тут очень много вентиляции. По вентиляциям давай не будем ползать лучше. Да, это долго очень. Вот тут каждую вентиляцию пока смотрим. Так, ну что, давай тогда официально. Ребята, начинается 12:00. Я хочу сделать так, чтобы она закрывалась, открывалась, понял? А, ну давай. Там кто-то есть. Да? Смотри, какой красавчик пришел, заглядывает. Так, 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 смотрит, смотрит. Ну что, еще, смотри. Поприходили, красавчики. Это с новых модов, которые мы накачали. Нормально все? Ну да. Нормально. Пойду. Так, ты там кнопки ставишь? Какие кнопки? Не. А чё это ты? Что ты, Димон? Что это за примитивный механизм колхозный? Это Димас калитка. Она очень странная. Ты берёшь, а как она работает? Тихо, заходи, закрывай свою калитку. Это у вас колхозная калитка. Что за звук конченый? Оттуда идет. Да, какая-то чепуха какая-то. Шумит. Так. Может, что-то поломалось у нас? Не, давай демонстрируй лучше, проезжай, я не понял. А, вон вентиляция какой-то, этот мангл там плачет. А, вот что, двери твои там я бьют? Вот так открываешь и закрываешь. Димон, они стрёмные, реально. Так это не вас колхозный, я за 2 секунды их сделал. Мне кажется, можно было хуже, ой, лучше сделать. Хуже, мне кажется, нет, а вот чуть-чуть лучше. Смотри. О, мне это нравится, Димон, хорошая идея. Я думаю, они испугаются и убегут. Я тоже так думаю. Класс. Тут у нас калитка, короче, работает. Слышь, как он жжёт? Смотри, кто пришел. Кто? Где? Ого, пана, ничего себе. Че надо, алло? У нас тут денег нету. Надо было там лазерные мины поставить. А, он идет! Димон, Димон, ты знаешь... Взорву тут все. Кидай, кидай еще больше, Димон. Давай. Еще. Че, мужики? Вы же не такие крутые, алло. Там ползет челик! Димас, беги! Ух ты, блин! На! О, ха-ха-ха! Блин, он меня испугал! Диман, ты его взрывом откинул ко мне. Да. Диман, смотри, как на столе какие красавчики стоят. Опа, идет, смотри, как к себе домой. Опа, исчезла. Да я вижу, фонариком подсвечил. Ну нафиг. Ну все, это калитка, которую не отодвинуть. Мне нравится, как ты сделал на резиночках. Это резинки от трусов? Да нафиг ты резинки удалил, алло. Я держу, Димон, я держу. Я держу. Она толкает, Димон, сзади толкай, спиной. Блин, я не пущу. Уходи, говно. Блин, ребята, первый раз такая ситуация. Я не брошу сетку, или смерть, или... Димон, держи ты сетку, это давай.
Димон, знаешь, что сделать? Бросай бомбы, я резко отбегу, ты потом взорвешь. А! Ты говно! Сетка! Димас, я не выдержал сетку. Она, блин, двинулась. У меня есть суперский пистолет. За что? Пользуй его. Они не могут пройти-то. Димон, они не могут пройти из-за двери. Я держу! Держи, Димас, я сейчас пройду. Я держу. Все, Димон, я тебя не выброшу ее никогда. Глянь, говно. Дверь. Ее Димон дамажит дверью. Пришла. Димон, да что твои резинки не держат? Ну что это не резинка, это чепуха была. Ну я крепкий охранник, я давлю дверь спиной. Уходи. Ты смотри, расшипелась тут. Кстати, вот в коробке запчасти лежат, это уже ваши приходили сюда. Голова не надо Балунбоя? Или голова Фредди не надо никому? Дима, смотри, кто сзади. Уходи, фонариком бей его. Нету тут никого, уходи. Потому что они пришли с вентиляцией, вот почему. Да. Убили и ушли. Ну что, Диман, построил? Я организовал, смотри, дверь как открывается. Нифига. Мне кажется, ты мышеловка какая-то, теперь их можно прихлопывать, Диман. А как ты догадался? Нормально? Да, круто. Открыли дверь, вот, а потом закроем ее. Закрывай! На. Че, пацаны? А меня не жгет она? Нет, это просто ускоритель. Ускоритель, да. Она, видишь, толкает сетку, я сейчас буду задвигать ее. Смотри, они толкают ее, смотри, видишь, толкают. Угу. А, он сейчас хочет пройти, ускоритель, давай, работай. Что-то ты, Димон, слабый ускоритель поставил. Нормальный, смотри, две стены еще прожгет. Не, тепло. Класс. Нифига, у вас сейчас лицо оторвет. Все четенько, выживаем потихоньку, они не могут пролезть, Димон. А, Димас, моя дверь еле держится. Они не могут пройти, тот вообще упал. Димас, хочешь, я сейчас тебя спасу? Ты, а, вот это ты меня спас. Я живой, Димон, я живой, спасибо. О, чё, ай, блин, там больно, Димон, оно бьет по голове. Я просто со стороны наблюдаю очень смешно. 15 кп осталось, больше не делай так. Ааа, Димас. Друг, это я свой. Уже точно полночи прошло, уже даже 4 часа точно. Напугали. Димон, убирай свою калитку вонючую. О. Ой, не в ту сторону. Да хватит мне! Ты как специально это делаешь? Нет. Да я же понял. Так, а давайте вместе еще здесь. Фонариком бей его. О, Надя, нюхай. Нюхай калитку нашу новую. У нас тут вообще все по феншую. Ну так, а у нас тут смотри, сколько калиток будет теперь. Самодельных. Ну, а вообще лучше. Димон, дави свою штуку! Он толкает калитку, он толкает. Есть, все, четко, не пройдет. Смотри, да ну нафиг. Злой какой аниматроник, да? А ты веревки крепкие поставил там? Да. Все нормально. Они очень крепкие. Он ничего не может сделать. Че, мужик, застрял? Отгибай чуть-чуть. Вот уродец. Димас, у нас еще новая появилась калитка. Смотри. О. Они смотри, не... это еще прикольно. Блин, ребята, ставьте лайк за механизмы. Смотри, какая у нас калитка теперь. Она какая-то рахитная, тебе. Да ну, открывай! Я живой, Димон, я живой. Блин! Так. А как они прошли? Я не знаю. Да что ж такое, убивают бесконечно. Так. Он же под полов может ходить. Так это читерский аниматроник. Димон, ставь лазеры взрывные, чтобы они активировались, когда они будут идти по коридору. Идем коридор минировать. Открывай. Димон, раздача оружия. Да уходи! Фонарик включай! Слепи его. Он сейчас уйдет сам. Я ухожу, Димас, пока. Да чё ж ты-то? Его тоже слепи. Да я ж слепил тебя. Прям лежу, обиделся чуть-чуть. Все, мужики. Хорош. Уходите. Дима, твои калитки тут все.
Так а чё они телепортируются? У нас, блин, калитки нормальные. Не знаю, прошли, наверное. Допусти его. Так, ладно. Идем минировать. Давай, минируем. Открывай двери, двери мне эту. Эту открывать тебе? Давай, Димас, только аккуратнее. Она так, очень... пацаны. Пока мы сейчас... Димас! Да пусть, да, дайте мы заминируем. Я закрылся, я успел закрыть. Да лабанга! Это Димас, я просто смотри, минер неопытный. Ломают, ломают нашу штуку, Димас. Ну нафиг, иди отсюда. Он сломал, Димас, он сломал нашу штуку эту. Уходи! Уходи! Проволоки! Что за вакханалия творится? Уходи, вонючка! Чё уже, не такие? Они же железные, я их просто буду долбить им. Диман, доставай базуку свою модную, вали его! На тебе, ты понял? Идем со мной. Не, иди ты, мочи его! Ай, да не меня! Ха, прикольный скривер. Хорошо. Чё? Пацаны? Не успел зачистить. Все, Димон, я отомстил за нас. За нас, за вас и за Сашку. Ого! За себя и за Сашку! И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!